А в деревне весна. Такая весна, что снег сегодня с утра выпал. Даже еще местами где-то не растаял. Покажу. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Снежочек. А у Маши там помидорки в теплице. В теплой. Время 10 часов, 29 апреля. Я вообще уже даже не знаю, что говорить. Мы не гонимся за какими-то рекордами. Сейчас у нас тут уже уборка идет. С Татьяной Юрьевной сегодня мы... Что делали, Татьяна Юрьевна? Роллеров. Сколько мы убирали штук? 20 штук. 20 штук мы убирали. Начали мы в 9, где-то 0,5, в 9,10, в 9,50 закончили. Это уже получается 2,5 минуты. А с помощью чего все это получается? Идем на рекорды какие-то. Компания Промова дает о себе знать. Прямо все ускоряется, процесс у нас. Сливаем воду со шпарчана. Мыть конуса сейчас надо, лотки. Сегодня такой был предварительный у нас небольшой забой, потому что курица кончилась, всем надо курицу. А мы не успеваем выращивать. Вот убрали две клеточки, 20 штук. Этих товарищей мы будем убирать, когда? Кто скажет? Через 7-8 дней будем их убирать. А почему? А потому что у нас вывелся молодняк. Здесь у нас кобики 500. Тут прямо очень плотная посадка. Где-то, ну, инкубация только вчера закончилась. Я еще не успел их рассадить. Где-то по 40 штук. 30-40 штук в клетке. Желательно, чтобы по 30 было. Вот они у нас. Коб 500, Испания. Был шикарнейший вывод. Давно такого я не припомню, чтобы такое было. Вывод составил 85%. Представляете? Еще у меня здесь были заложены Ломан Браун, я закладывал, ну для того, чтобы чисто уже на мясо петушков, и все курицы убирать буду на мясо 3-4 месяца. Вот такие вот дела, все хорошо, все замечательно, работаем. С приходом весны работы только все больше и больше становится. Сидят наши курочки, яички нам несут, да? Яйки где? Тут два возраста у нас. Есть постарше, есть помладше. Температура 24,8. Уж ладно, зашел, расскажу про все, про всех. Все про всех. Которые постарше, они уже несутся. Давно уже, причем в 3,5 начали нестись. А которые помладше на месяц, они у нас вот-вот только начинают нести яйцо. А здесь у нас еще перепелочки. Тоже на мясо. Кстати, я хочу не то чтобы похвастаться, а показать. Вот сейчас одну секунду открою. Установил себе специальное приложение, в котором записывают определенные события. Когда у нас несушки, когда бройлеры, перепела. Вот перепелам 23 дня, бройлерам 41 день сегодня. Ну, удобно, а то постоянно приходится считать, а тут все автоматически отображается. На заметку может тоже кому-то пригодится. Все, хватит болтать. Я пошел насыпать корма. Это кормушки подпустили немножко у птичек. Мне, конечно, стыдно признаться. Но, ребят, сегодня уже 5 мая. Представляете? А нам все некогда. И мы почти ничего не снимаем. Но сегодня день еще более загруженный. Загрузка будет сегодня колоссальная. Но в этот день нельзя было не взять камеру в руки. Сейчас я вам объясню, почему. Про процессы я попозже расскажу. Но я думаю, что в этом сюжете вы тоже увидите то, чем мы занимались, чем занимаемся и планируем заниматься. А сейчас немножко о другом. Сегодня у нас будет забой бройлеров, и нам нужно убрать больше сотни. Сегодня Вера пошла в садик, до этого были выходные. Что-то один день немножко как-то себя неважно чувствовала, дома посидела. А нам надо убирать сегодня бройлеров. Больше 100 штук. То есть это практически... весь рабочий день. Ну, сюжет опять не об этом. Сегодня у нас, я специально подальше отошел, сегодня у нас день семьи, можно так сказать. 5 мая, 10 лет назад, мы с Машей познакомились. А Маша у меня, короче, следак. Знаете, вот есть такие женщины-следаки, которые все знают. Где ты был, как бы, чем ты как бы занимался. Мы вчера с Верой ездили за подарком в Краснокамск. А сказал, что ездил в Аверят. Она говорит, где вы были? Че вы были так долго? Вера сказала, что вы в Краснокамск съездили. А я Вере сказал, ничего никому не говори. Это сюрприз, это будет подарочек.
Ну, такие дела. Маша, короче, ничего не знает, вроде бы как не догадалась. Ну, конечно, догадалась, наверное, что-то, что непонятно, что и где были. Скорее всего, она забыла, что я вспомнил об этом дне. Может быть, она и сама забыла. И тема у меня такая. Я сейчас буду убирать бройлеров. Так вот, похожу, типа тут снимаю. Да, кстати, вот что-то мы тут ноу-хау, введение, песочница появилась. Будем убирать бройлеров, я и буду носить лотки с бройлерами. И в один момент вместо бройлеров я ей принесу цветы. Но это вот мне немножко тут на пути мадемуазель Летиция Каста попалась. В таком ненадлежащем виде. И нельзя было это не запечатлеть. Поела сытая, довольна. Все прекрасно у тебя. О, боже мой, собака. А у нас сегодня туман вчера был. Дождик сильный. Сегодня туманчик. И вот я сейчас сделаю паузу, 5-10 секунд, послушайте, как птички чирикают где-то. Надеюсь, что слышно это на камеру. У нас, конечно, тут дефицит деревьев в деревне. Я Маше говорю, ну, в смысле, с Машей мы обсуждали, давай, говорю, может, что-нибудь где-нибудь посадим. Пока не определились, где и что можно посадить. Если у вас какие-то будут предложения, рад буду выслушать. То есть, может, за забором где-то посадить. Ну, видите, тут провода идут. Вот, себя где-то здесь на территории. Ну, непонятно, в общем. Все, побежал завтракать. О, несу первую партию. Еще и снимаю. Маш, ух ты. Что мы тут делаем? Смотри. Ты готова потрошить? Не потрошить, а упаковывать. Фух. Ох, как тяжело. Сейчас я поставлю. Оп. Первые 7 штучек. Осталось 100 с копейкой. Маш, что, как дела у тебя? Хорошо. Смотрите, чем Маша занимается. У нас тут, кстати, какая красота появилась. Заметили? Маша делает ручки. Какая она у меня молодец. Так, все, идем. Всю камеру уханькал. Смотрите вообще. Короче, это. Я сейчас ей цветы скоро принесу. Она. Во-первых, косяк какой. У нас не 10 лет, а 15 лет. И Маша мне написала сообщение. Ну, такое как бы, типа, расстроилась. Типа, вот там 15 лет, там туда-сюда. Думает, что я забыл. И она не знает, что у меня есть какие-то подарки для нее. Или сейчас сразу, как думаете, отнести? Не, давайте я сейчас еще одну партию, чтобы она там на кухне была, и отнесу, а потом засниму все это дело. Сказали, держаться лучше за дно. Ну что, с праздничком тебе? Откуда все грязное снимаешь? 15 лет мы вместе, представляете, 15 лет. С праздником тебя. Спасибо. Как же ручку лучше не держать? Не знаю. Ты думаешь, забыл я, значит, да? Да нет. Да нет. Вера вчера спалила культуру. Вера спалила. Она мне не сказала, что она сказала, завтра узнаешь. А вот так вот, да, был? Маша следак у нас, короче. Я чтобы... не следак, на самом деле тебе за сюрпризом. Следак. Я какой сюрприз, я как не скажу, завтра узнаю. Ну хоть что-то, дочь, это, кремень у меня, кремень. Спасибо. Вот так вот. Вот, а вот 15 лет это так вот мы проводим, встречаем. Классно, да, представляете? Кто бы мог подумать, что, во-первых, мы 15 лет, а во-вторых, вот так вот мы это будем встречать. Ну, от работы нельзя отказываться. Поэтому мы вынуждены сегодня колбасить бройлеров, потому что Вера в садике. А вот и все у нас. Да, Маш? Ты рада? Время. Я телефон. А что ты не рада? Да устала. 4 часа почти. 110 штук мы насчитали с Татьяной Юрьевной. Ты не считал? Сколько-то? 6. Не 110, они у вас одно 0. А сколько? Скажу. 110? Нет. 25, 24, 23, 18 и 20. 25, 24, 23, 18 и 20. А, я пропустила 23 раз. Угу. 110 штук. Все четенько.
Ну что, это еще не все, на самом деле. Вроде бы как рабочий день подошел к концу. Ну что, нас еще здесь ждет фарш механической обвалки. Маша, я так понял, уже тут начала пропускать. Раз ведро, два, три ведра где-то примерно. Сейчас пропустить это, потом на ферме немножко поработать. Нет, не так. Пропустить фарш механической обвалки, прибраться, вывести мусор, забрать Верочку, потом поработать на ферме, и потом можно будет отдыхать. Класс? Ну, там уже вставать сразу. Все-все везде впритык, как всегда. В самый последний момент решаются какие-то вопросы, дела. Время 5:15, только сейчас выезжаем из дома, загрузил мусорку, загрузил кое-какую продукцию, надо по пути отвезти, и бегом за ребенком. Ну, по пути еще будет пару моментов, куда надо заехать. Ну, день сегодня очень-очень суетной. Еще такой ветрище поднялся. 7:30, мы только сейчас заканчиваем работать. Представляете, праздничек-то какой у нас вышел. Фу, а что мы делали, сейчас покажу. Надо выполнить следующую задачу. Я же вам не рассказывал, у нас же тут не то инкубационно заложен. Камера запотеет, нет, интересно. Это РОС 308 Чехия Мах. Здесь индейка хайбрид. А нет, это Биг 6 Франция. Не потеет, точно? Хорошо все. Бройлеров мы замочили, место освободилось. Буду на камеру смотреть. Потеет, не потеет, переснимать не хочу просто. А здесь у нас сидели цыплятки. Камера меня немножко подкачала, запотела. Ну, конечно, там жарень 30 градусов. Влажность высокая, она в машине лежала. Забыл из машины достать, потому что бегом, бегом. Тут за несушками, тут за комбикорм, тут за цыплятами, тут за яйцом, тут за продукцией. Все и сразу. Ну, наконец-то этот день подходит к концу. У нас осталась, кстати, одна задача. Я заказывал торт. Здесь у нас кондитер в Верятах, про которого я уже говорил. Катя Ежова. Если что, обращайтесь к ней, делает шикарнейшие торты. Торты. Неважно, я уже устал, мне без разницы. Не успел я его забрать. И вот соседи меня выручили. Привезли тортик. Сейчас я пойду заберу. Подарю Маше. И мы будем отдыхать. Отмечать наши 15 лет совместной жизни. Каким образом? Не знаю, может быть, посмотрим. Какие собаки, смотрите, бегают. Без цепочки. Посмотрим, может быть, какой-нибудь сериальчик. Хотя бы одну серию выпьем игристого. И будем отдыхать. Несу домой сладости. На улице сегодня дубак какой-то. Кстати, повезло, что мы вот работали именно в такую погоду. Дождик шел днем, когда я бройлеров носил. Уже дождик шпарил. И знаете, нет такого ощущения, что день потерян. Если была бы какая-то жара, допустим, на улице, или просто хотя бы солнышко, хотелось бы, конечно, бы на улице поработать. А так такого ощущения-то нет. Все прям как должно было быть, так и случилось. Идем Веру Сергеевну звать. Тортик. Что ты все на камеру делаешь? В смысле на камеру делаю? Просто вот снимаю, как мы 15 лет вот совместно, с того момента все уже путаюсь. 15 лет, как мы познакомились, вот и снимаю, как мы день проводим. Время 7:38, а мы только-только еще упахались, короче, вообще конкретно. О, тут у нас, смотрите, какая вкусняшка. Что у нас сегодня будет? От тебя так пахнет курицей. Вообще. Так я ходил в душ, представляете? Вот, знаете, можно снова просто идти в душ и все. Бегом! Давай быстрее! Зачем? Ну иди сюда к нам, смотри, что тут. Какая красота. Я сказал без оформления максимально. Ну, смотри, что там. Что сегодня за день? Помнишь, какой сегодня день, я тебе вчера говорил? Да. Какой? День семьи. Да? Mm. Будешь сладенько? А ты зачем маме вчера рассказала, куда мы ездили? Маме рассказала. Так рассказала или нет? Нет. Угу. Так рассказала или нет? Нет. А мама говорит, что рассказала? Нет. Короче, все понятно с вами. Она сказала за сюрпризом, а какой не сказала. Давай отрежь Верунчику тортик, посидим, покушаем. Как не будешь? Сладенькое ты поешь? Все, всем спасибо за внимание, удачи, пока-пока.